Господи Боже наш, слава Тебе. Благослови, Господи, наше пребывание здесь. И труд наш сделай полезным и безопасным путешествующих Константина и всех еже с ним. Благослови и сохрани от несчастного случая. Тебе, Боже, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Посмотрите, я сейчас вам покажу один фокус. Фокус. Тарасия, иди сюда. Вот у нас там дрова. Я в стороне зашел, ну и стою, наблюдаю. Ну не снимал в это время, ну жалко, что не снимал. Вот такие кадры пропадают. Никита стоит у поленницы, принимает, а за ним они... Каждый принесет сколько-то, меньше всех берет Андрюша, две палочки маленьких, потом его стали загружать. Это тоже с палочками. Хорошие у него дрова, вот такие вот. Это я специально принес показать. Несет, держи на руки. Но перед ним два человека стоят. А чего он будет ждать? Еще он с ними делает? Покажи, что ты с ними делал. С дровами. Как ты их подкидывал? Ну-ка подбрось. Вот так, вот так. Вот так он стоит и бросает. Но только там он выше их кинул. Выше, они в разбежку, он за ними, какие мимо, какие... Это он в очереди стоит с дровами. У него энергии, это мамкина энергия. Папа-то флегматик. Наградила мама его энергией. И надо ее в нужное русло направить. А ну-ка, как ты там кинь, сам сразу отскочи. До конца, как ты там делал? Я хочу посмотреть. Давай. Он в очереди стоит, смотри. Вот так он... Это он в очереди, чтобы подать на поленницу дрова. Ладно, сбегай туда, отнеси их, все. Понятно, сколько пропадает у нас таких героических поступков. Покачались они, все как надо сделали. Без лукавства, Андрюша. Две палочки маленькие взял и понес. Почему? Спортивный парень. Все, которые спортивные, самые ленивые, запомните это. Им нужно, чтобы кто-то смотрел и похвалил, а работать они не умеют. Теперь вот непонятно, я еще до конца не могу понять, что это за тяга. Вот сказал, подбирайте тут камушки, они под ногами мешают. Ты здесь, здесь и на всю. Повернулся туда, поворачиваюсь, они все в кучке. Вот как я, легенда, там они стоят, ночью уткнулись друг в друга. Здесь другое. Три козла, на которых пилят рожки, растянуты по всему. Они эти козлы сгустовали вместе, и уже сколько, на каждом козле двое пилят, один держит, уже 9 человек все вместе. Вплотную друг к другу, чтобы козлы стаскивать вместе, я еще не видал этого. Зачем? То есть они сами по себе скучные люди, им обязательно нужна какая-то компания или что-то, чтобы друг друга задевать боком, задом или... Почему? Зачем кучу стащили? А? Начинайте растаскивать козлы-то. Двое девочки берут, этот Ваня рядом стоит. Ваня, ну возьми ты. Бросил пилу на пол. Они идут, пила, опасный инструмент никаких. Что это за поколение? Даже понимаешь, вот на пол сантиметра вперед смотреть, можно уже догадаться. Пила лежит, у ней острые зубья. Человек поранил, никаких бросил и пошел. Маленькая девочка вот это вот берет, козла тащит-то. Он в два раза больше ее, но ты чего, сам-то ты не козел же, человек. Ну ты же видишь, какая девушка. Не ткни даже никаких. Как ты родителям-то помогать будешь? Ты так увидел, кто-то делает, ты первый беги. Я хочу спросить, сегодня молились где? Там? Да. Ну увидели, что мы сделали? Да. А вот участник в этом Арсении, этот Нестор. Видели как? Совсем не узнаешь, где Виктор Николаевич стоял, яма была, там что сделали? Всю площадку разровняли. Это мы сделали втроем. Втроем, ну, где-то к 12 часам закончили уже. Конечно, упарились все. У нас самая большая работа впереди здесь предстоит на этой. Без Виктора Николаевича не сделать. Сделать пирс. С сегодняшнего дня наказываю. Кто идет купаться, если не будет медленно сходить в воду, больше купаться не будет. У нас Ксения, он, муха, прыгнула. Где прыгнула? Зачем прыгнула? В воду прыгать опасно. Ты если прыгаешь вниз, а там какое-то что-то, ты можешь об камень головой удариться. И повредить не только голову, а позвонки шейные и спинные. И будешь парализованно лежать.
Не прыгать никак, нигде, чтобы я этого не видел нырять. В воду зашел, там тем присядь, нырни, под водой тогда и плыви. Больше всего замечание Фроси, вот сестра Валентина говорит, еще говорит, мы идем, а она уже в воде сидит, прыгнула. Иди-ка сюда, Фросиня. Я тебе уже давно это хотел сказать. Ты опасно прыгаешь и не смотришь ни на что. Что у тебя, это природное или ты напускаешь на себя такую отважность? Чего ради тебя так несет? Везде ты где опасно туда, что-то прыгнуть, перевернуться, ногами зацепилась, вверх ногами, что это такое? Ты что-то чувствуешь, что тебе должно где-то повреждение прийти или что? Значит, замечание сделано, сегодня ты не купаешься, запомни. Становись. Уговоры никакие не помогают. Не купаешься, вот здесь водой можешь облиться. Давайте повторим. Прыгать в воду нельзя! Еще раз. Прыгать в воду нельзя! Почему? Крайне опасно. Мы потеряли двух человек. Приехали за это, которая проткнула ногу, и Леру, одной из лучших насельниц. Уговаривал, не как мама или кто. Дали, будешь говорить, поговори с ними. Постарались, чтобы наверстать упущенное. А они потом будут искать, но уже ничего не будет. Лагерь будет закрытый. Девочка ни одного замечания практически не имеет. Такая активная, самая спортивная. И за обедом она везде ведет себя как надо. Она буквально вписалась. Она по сравнению со старшей сестрой даже сравнивать не надо. Там все противилось, обувь не сниму, все недовольно. Это все время сияющая, довольна, подходит и... А вот мы вроде это слышала, там по деревьям лазить будем тоже. Будем лазить, придем. Кажется, кто-то мне Леонид или кто подходил, тоже спрашивали. Заинтересованность. Так, пальчики свои оставьте в покое. Не перебирайте. Это значит, когда пальцы трогаете вот так, это человек ничего не думает. Наши уехали. Теперь все время в мыслях держите, чтобы Виктор Николаевич вернулся. Завтра уже у нас костер. Я сейчас поеду, чтобы Игорь Барабаш поставил большую тележку тракторную. И там щища, чтобы потом, когда мы ее утрамбуем, чтобы он привез нам на костер. Видите, какие у нас дела? Строить пирс, досок нету. Поеду по деревне, по доске со двора, наложить оброк, сороковку. Вопросы? Нет. Чего, Паш, ну иди сюда. А когда мы пойдем лазить? Так, что надо? Когда мы пойдем по деревне-то лазить? Когда ягоды поспеют, ягоды. Мы отдельно не пойдем. А там ягоды рядом, и когда наберем ягод, в это время по деревьям. А дальше под линию пойдем дальше ягоды. Мы попутно, мы не просто шатаемся. Мы идем за ягодами и попутно подцепляем то, что у нас интересно. Так, у кого нет платочка, сюда выйди. Безобманно. У кого нет платочка? За стол. Ну, уже пошли, ладно, сейчас поедите тогда. Сразу не сказал, надо было сразу. Слушай, долго. Так, Ваня, лег на стол сразу. Пробуди память. Такой благоприятный момент тебе. С козырьком поправься. С утра до вечера только. Крутим мы твою фуражку на голове, как на пустом колу. Внимание. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. А где у меня дежурные? Не нужно чалить. Так. Ты пальцы хорошо промыл? Вот видите как. Дежурных не назначали. А? Дежурных еще не назначили. Дежурных не назначили? Как это так? Так, и вот святая вода. Как могли не назначить? До ложки сюда. Что это, Валя, надо ложки дать? Сейчас, сейчас. Я кружки дам. Так, вода. Ложки-то дали бы им сначала. Сейчас, заранее ложки разложили. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Еще раз перепишемся. Давайте, пошел тут. Выпрямись.
воду по ложке бери. На, 3 ложки передай. Квасу принеси сразу. Я дежурю. Паша, положи ложку, она тебе не нужна. Прося Василиса, вышли дежурить. Лучше весь день, да. Девочки, слышали, вы весь день дежурили, дежурите, чтобы я вас не искала. Перед обедом, перед ужином. Кирилл, локти-то что положил? Так, кто ко мне? Где мои подопечные? Кого поддерживали? О! Больше с ложками устраивайтесь. Маленькие мои. Тимофею, держи. Подкрепление тебе. Так, Тарасик. Чашку бери. Давай, я забросаю. О, держи. Каждую чашку набросаю. Вот оно, с бугорком. Вот мои хорошие. Как у нас. Нестор, мне положи ложку, меня там нету.